Nora. Dobra srednja, Kyria! Bravo! Ударилась? Больно? Доброе утро. Ты хлопья опять кушаешь? Нет, это не могу. Папа делает кофе. Маргарита, ты чай пить будешь? Или тоже хлопья? Я уже кушаю хлопья. Кстати, у нас сегодня Пасха. У нас сегодня Пасха католическая. Мы будем два раза отмечать. Католическую и православную. Да, а на следующей неделе. Да, в следующее воскресенье. Что? Я буду кушать такой рис с молоком. Что-то похоже на рисовую кашу. Плюс еще добавляют туда вот такой вот шоколад. Рисовая кашка. Готовая. Чтобы не варить. Да? И сок буду пить я. Ты тоже будешь сок пить? Спасибо. Приятного. Сока питье. Я готова за господин. Por eso ella canta así. Porque no se sentía bonita. Я хочу. Я хочу красное. Por eso ella odia. Я хочу фиолетовый. Папа. Seguro ella siempre estaba escondiendo las pechugas de la vergüenza. Нет, надо с верхушкой, потому что попка она пустая. Каро! Что я хочу? На. Лен. Стучи. Вот так. Проиграла. Кто будет? Давай. Давай. Пегара Рива. Пронотон Форт. Но, сака это. Лора. В лепешку. Каролина, давай с Ксюшей. Кто бьет, он проигрывает. Да, да, скорее всего, да. Кто бьет, тот у того и это. Макс, давай, стучи по Ксюше. Давай быстренько. А ну-ка ты, Ксюш, попробуй ударить, посмотрим. Ну попробуй, ты все равно съешь яйцо. Макс, переверни нормально. Да, вот так вот. У него поломался. А, у него поломал. А ты должна прям не сбоку ударить, Марксюша, надо сверху, все уже. Ксюша выиграла с своим зеленым яйцом. Теперь ты забираешь все наши яйца, потому что ты выиграла. Да. И съедаешь. Да. Так, давайте, ребят, сегодня 12 апреля. Сегодня 12 апреля, день рождения у нашей бабули, которая живет в Кыргызстане. И сейчас мы будем делать для нее сюрприз. Мы хотим испечь пирог, зажечь свечи и позвонить и спеть. Да, позвонить ей и спеть песенку. Ей 82 исполнилось. Вот, поэтому сейчас мы испечем пирожок и позвоним бабуле и поздравим ее. Так, что нам нужно? Давай муку доставай, сахар, яйца. Мы будем делать вот шоколадный вот пирог. Так, да? Нет, с ягодкой можем сделать. Так, сахар. Потом что нам еще нужно? Разрыхлитель. Манго. Нужно. Молочко. Манго, манго, а где? Манго, манго, манго зеленое. Мука? Да, мука там. Потому что тесто жидкое будет. Чашка. 4 яйца.
общем, мы решили сделать пирог с мандаринчиками. Хотели сделать с авокадо, но... Авокадо? Ой. Хотели сделать с этим... с манго, но он зеленоватый. Поэтому сделаем с мандаринами. Разложили мандаринку. И теперь будем заливать их. Печку мы включили, сейчас она согреется, мы будем ставить наш пирожок. Подожди, подожди, подожди. Нет, зачем, не надо. Мы потом его переворачивать будем, посыпем. А, ну ладно. Тогда. Там, наверное, собачка. Да. Давай, выкидывай этот мусор. Так, почему? Пойдем сейчас яйца искать. Давайте все вот это уберем и пойдем яйца искать шоколадные. Так, все. Готов наш пирожочек. Сейчас мы ставим свечи. Чтобы они не упали. Вот так. Ой, не ту сторону. Только, да, не на тесто. Не на мандарин. Видишь, падает. Позвонить бабушке. Я тоже, мне надо. Так, все. Давайте, зажигайте, я буду звонить. Зажигаем? Амор, próximamente la torta tienes que hacer con nivel para que no se va... Sí, vamos a comer eso después. Sí. Ya, cuando conteste va a pedir tropa madrileña tibia. Мама, не видно Каролину. Да все, я буду всех показывать. Тропа madrileña tibia. Тропа madrileña. Доброе время, бабулиня, доброе время, Кирилла, браво! А почему не 8 с 2? А нету, мы сделали 8 и 2. Ahora tienen que soplar. У нас нету восьмерки и двойки. Так, а теперь давай загадывай желание и задувай свечи. Загадывай. И насчет три. Раз, два, три. Раз, два. Видишь, как хорошо, а? Все, а теперь мы будем кушать тортик. А теперь кушать, иди маленький кусочек. Да, можно искать. С пакетами иду, да? Давай быстрее, а мне в башмаках, мы не будем башмаки прятать. Быстрее. А ты везде спрятала? Да, везде. Давай, Макс, быстрей. Макси. Вот тут ищи под брюком. Везде смотрите. В комнатах тоже ваших есть. Макс, иди в своей комнате ищи. Бегом, быстро. Маргарита хитрая, ты к себе должна заходить. Она у тебя украла? Ты к ней зайди. Поищи. Я уже все собрала. Вот там ищи. Нашел? Молодец. Все? Тут немного. Нет, мы не могли бросить на пол, потому что тут Бонни бегает. Мама, они растаяли. Растаяли? Они растаяли. Шапку, где шоколад? Шапка? Она в шапку складывает, а они растаяли. Теперь шапка вся в шоколаде. Да, мы, по-моему, еще ищем. Ищите еще где. А, нашла! Хорошо, смотрите, вон пропустили, как вон лежит шоколадка, ее не видят. Где?
У меня 28, по-моему, или 27. И Ксюша? 27. А, Каролина выиграла? Угу. Каролина больше всех. И Макси тоже выиграл. У Макси больше всех. Макси молодец. Браво. Молодец. Ты все яйца кушаешь? То шоколадные, то куриные. Сначала надо мыть вот это. Угу. Что мы делаем? Давай. Нужно вот тут все тут. Не хочет, она устала уже. Устала. Давай сюда, Бонни. Давай, 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 давай. Бонни, где мячик? Где мячик? Так хорошо, солнышко светит прям. Мам, не холодно? Нет. Прохладненько. Смотри. Сегодня что-то облачно. Ой, ты тоже назад уже кувыркаешься? Пойдемте мороженое кушать. Опа! Пойдем. Пойдемте мороженое. Только возьмите стаканчики с собой. Оставили здесь графины. Стаканы с собой возьмите. А то разобьются. Велосипеды оставили, бросили тоже здесь. Пойдемте кушать мороженое. Кто хочет мороженое? А? Папа, хочешь мороженое? Папа, нет. Хочешь мороженое? Скажи да. Нет. Какое? Я хочу с манго. Я тоже. Я хочу с манго. Я буду с манго. Давай со стола уберем. Мы только поужинали. Со стола уберем. Куда ты? Я не знаю, манго или сэндвич. Не знаю, как хочешь. Там еще сэндвичи я остались. Я это сэндвич. Я буду манго. Я хочу это. Я попробую манго. Не знаю, ешьте какой хотите. Манго. А вот это шоколадка? Угу. Да. Ты же и да, я понюхаю. Нет, манго. Да. Манго, манго пахнет. Я сначала попробую. Ударилась? Больно? Да. Я попала. Смотреть надо. Вы почти 12 часов ночи, у вас тут рисование. Это розочки? Угу. Зачем? Не знаю, я их могу потом наклеить. А, это ты нарисовала и вырезала? Да. Угу. Ксюша по клеточкам рисует. Этими маркерами? Удобно? Неудобно? Да, просто вот это вот неудобно. Да, вообще неудобно вытаскивать. Коробка? Да. Угу. Коробка просто неудобная. А сами эти маркеры нормальные. Понятно. Бончик, ты будешь спать? Маргарита, давай. Бонь, ты не выходишь. Бонь, все, спать. Спокойной ночи. 2 часа ночи. Все. Спокойной ночи. Приятных сновидений, Бонька. Чуть не убежала. Все. Дорисовали, все убрали. Маркеры убрала, все по местам. Не ставь больше стакан вон туда, вон поставила. Я, кстати, слышала вчера, что что-то упало. Да, я испугалась, думала, кто там, у кого там что упало. Оказывается, у тебя стакан упал. Вытерла? Да. Чтобы не было этих пятен сырых. Нету. Точно?
Смотри, ну все, спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, мама, идем, идем. Все, спать. Все, закрываем глазки. И приснятся сказки. Все, пока.